ka bir kırkına gözüne kadar söyle unamus bundan rahim şafkat unamus rahmet Thank you.
Жанның білән, қанның білән, ауыз иттермін. Қаварсына күмі қаманады. Let's
исполнители эпической оперы сказки «Белый волк». Трехглавый див – Денис Ханбаба, Айрат Имашев, Динар Джусоев. Юха – Алина Шакирова. Сыновья – Денис Ханбаба, Руслан Абдрафиков. Камана – заслуженная артистка Республики Татарстан Эльмира Калимуллина. Младший сын – Рузиль Гатин. В роли хана – заслуженный артист Республики Татарстан Рустем Асаев. Хан Бике – Альбина Латипова. Ах-Буре – Артур Исламов. В проекте принимали участие хоровая группа Государственного ансамбля песни и танца Республики Татарстан под руководством Нияза Гараева. Государственный камерный хор Республики Татарстан под руководством заслуженного деятеля искусств Республики Татарстан Миляуши Таминдаровой. Композитор проекта Зульфия Раупова. Либретто лауреат Государственной премии Республики Татарстан Рузаль Мухаметшин. Балетмейстер, народная артистка Республики Татарстан Лейсан Хаметова. Режиссер-постановщик, народный артист Республики Татарстан, художественный руководитель Государственного ансамбля песни и танца Республики Татарстан Айрат Хаметов. Государственный симфонический оркестр Республики Татарстан. Музыкальный руководитель проекта, дирижер, заслуженный артист России Александр Сладковский.
До новых встреч!